Приветствую. Я Родион Иванов. Благодарю за участие в конкурсе «Соловьев арт». Пару слов по поводу твоей программы и исполнения. Мне понравилось все. У тебя хорошая культура звукоизвлечения, понимание настроения пьес. Единственный нюанс такой. Обе пьесы, они лирические. И в идеале нужно было бы сделать немножко на контрасте две пьески разного характера. Это на будущее. Потому что, в принципе, у меня особых вопросов к исполнению нет. Ты молодец, все хорошо. Просто в следующий раз более разнообразную программу подбирай. И вообще разбирай пьесы разных жанров джазовых. То есть это может быть свинг, рэгтайм, буги-вуги, джаз-баллады у нас уже есть, получается. Фьюжн, какие-то современные стили пробуем, может быть, тебе оно понравится и будет близко, и тебе будет интересно это играть. Так что желаю тебе просто развиваться, расширять свой музыкальный кругозор, успехов, все прекрасно, счастливо.